Судьба наших героев свела, как и влюбленных, в песни Валерия Бадзинского. В 1969 году перспективные 22-летние выпускники педуниверситетов, он из Нижнего Новгорода, она из Челябинска, по распределению попали в село Травники и стали работать в местной школе. Свою первую встречу супруги Сердюковы с трепетом вспоминают до сих пор. Открывается дверь и заходит. Такой молодой мне показалось. Волосы красивые, волнистые. И я так взглянула, такие брюки на нем прямо. И вообще весь какой-то чистенький, аккуратненький. Я думаю, какой хорошенький. Свадьбу Алевтины Александровны с Николаем Степановичем сыграли через год, в День учителя. И с тех пор они вместе. Вот уже больше 50 лет. А в этом ноябре еще и отмечают свои 75-летние юбилеи. Сердюковы признаются, секрет их счастливой семейной жизни не только в поддержке, но и в трудолюбии. У нас была работа на первом месяце. Нагрузка была очень большая, 26 часов больше. Потом мне добавилась вечерняя школа. Две смены тогда у нас училось 780 ребят. Вот. Плюс интернат, да. Супруги Сердюковы – уважаемые в селе люди. Алевтина Александровна со временем стала завучем школы, а Николай Степанович – директором. Трудились они до 2014 года, отдав своей родной уже школе в Травниках 45 лет жизни. А мне все время нравятся вот эти березы. Это же мы садили с тобой. Да. Когда приехали, была голая школа, ни одного дерева не было. В этих стенах сейчас они бывают нечасто, но всегда с удовольствием приходят, когда зовут в гости. И сегодня по случаю юбилеев для них устроили сюрприз выпускники и коллеги. 12 лет, как один день, отработали душа в душу. Директор Травниковской школы с удовольствием проводит экскурсию по отремонтированной школе и знакомит бывшего директора с кадетами. Это направление в школе появилось уже после выхода Николая Степановича на пенсию. Старайтесь участвовать во всех играх, занимайте достойные места и будьте победителями всегда. Пока Николай Степанович общается с учениками, Алевтина Александровна вспоминает свою работу в школе, когда еще была учителем географии. Я как-то мало сидела за столом. Не сиделась, я всегда стояла около с указкой у карты. А как географ иначе? По-другому-то нельзя. Любила свою работу. Наши герои привили любовь к педагогике многим своим ученикам, которые со временем стали работать в родной школе. Кстати, и дочка Мила пошла по стопам родителей. Сейчас она директор Бурановской средней школы. А одна из выпускниц Александра Шестакова стала педагогом в Центре помощи детям села Травники. Преподаватели – это высшего класса. Я очень с большим теплом, с уважением вспоминаю этих людей. Но это вот такая вот прям эпоха и Травниковской школы, и вот в моей жизни тоже. Алевтина Александровна, она всегда рассказывала столько историй. У нее всегда это было с юмором, с эмоцией с какой-то. И на нее всегда было очень приятно смотреть. Ну, то есть я как вот девочка тоже могу сказать, что она всегда безупречно выглядела. За самоотверженность и любовь к профессии супруги Сердюковы не единожды получали награды и ордена. Она отличник просвещения, он обладатель ордена Трудового Красного Знамени. И даже сейчас на пенсии Сердюковы не дают себе скучать. Алевтина Александровна активно занимается скандинавской ходьбой, а Николай Степанович разводит карликовые гортензии. А еще они много путешествуют. Теперь их время получать новые знания и новые эмоции. Алена Павлова, Антон Шмаков. Наше утро.